Всем привет! С вами сад огород. Сегодня мы высаживаем колоновидную яблоню. Называется президент. Значит, 700 рублей стоит у нас в Московской области. Значит, ямку мы приготовили, значит, заранее. Она примерно 60 сантиметров диаметром. Ну и примерно 60 сантиметров глубиной. Здесь мы заправили, значит, ямку перегноем с золой. Вот. Вбили колышек предварительно. Значит, теперь мы берем развязываем ее. Так, здесь у нас одет мешочек такой. Так, ну, корни тут уже обрезаны, вот даже в рост пошли. Значит, немножко расправляем корни. Значит, глубина у нас должна быть примерно на 10 сантиметров выше горизонта, поскольку ямка это даст осадку. Вот. Здесь мы ее привяжем к колышку. Вот. Присыпаем перегной с известью, с золой поближе корешкам. Вот у нас прививка примерно на 10 сантиметров выше горизонта. Вот. И лопаткой заваливаем остатки ямы. Так. Теперь можно полить водичкой. Здесь у нас по соседству уже растут такие яблоньки. Вот одна уже цветет. А здесь одной не хватало как раз. Сажаем с интервалом около метра. Чуть-чуть поднять вот так вот. Обрезать мы ничего не будем. Она уже наклюнулась тут на вершине. Вот. И так все. Яблоньку мы воткнули, полили. Сейчас присыпем землей. Thank you.
Ну, тут мы делаем бугорок, поскольку земля даст осадку. И вот у нас прививка. Пока она будет, пусть на поверхности. Итак, все готово. Спасибо за внимание.